Уполномоченный по правам предпринимателей приехал в регион, чтобы презентовать стратегию роста. Это концепция экономического развития страны на ближайшие десятилетия. Ключевыми решениями, по версии Титова, должны стать те, что смогут вывести бизнес из кризиса. В первую очередь, это снижение издержек компаний, которые складываются из высокой налоговой нагрузки и растущих тарифов. Стимулировать бизнес можно и за счет смягчения кредитной политики. Например, если проценты по кредитам сделать меньше и увеличить сроки предоставления займов, считает Титов. Важна и активизация спроса внутри страны на товары отечественного производства. В рабочей программе бизнес-омбудсмена также был запланирован открытый прием предпринимателей региона. За консультацией к Борису Титову обратились представители нескольких кубанских, в том числе краснодарских фирм.